В Люберцах на улице Преображенская приступили к ремонту дороги. В 2021 году запланировано отремонтировать 36 автомобильных дорог и 18 тротуаров. Уже выполнены работы на улице Власова в Люберцах, отремонтированы две дороги в Краскове, три в Томилине. А также приведена в порядок подъездная дорога к СНТ «Березка». На улице Преображенской площадь ремонта составит 6106 квадратных метров. Ход работ оценил глава городского округа Владимир Ружицкий. Я думаю, что в ближайшее время мы эти темпы будем увеличивать, и мы планируем 1 сентября все дороги, все тротуары завершить. В следующий раз мы будем учитывать, что транспортные средства все-таки как-то через управляющую компанию влиять, чтобы убирали, чтобы было удобнее работать. Что меня радует, что практически все осмотры, которые у меня были и по дорогам, и по другим объектам, надо сказать, что все делается с приличным качеством, и как правило, все работы заканчиваются ранее намеченного графика.